Копию Знамени Победы, водруженного в мае 1945 года над Рейхстагом, установили на здании приемной партии «Одинцовские активисты Единой России» совместно с местными молодогвардейцами. Мероприятие провели в рамках патриотической акции «Знамя Победы». Штурмовой флаг – это официальный символ победы советского народа и Красной Армии в Великой Отечественной войне. Акция «Знамя Победы» – это не только напоминание о подвиге героев-фронтовиков, но и выражение поддержки военнослужащим, которые сейчас выполняют боевые задачи в рамках спецоперации.